отчет о служебной командировке. Совместно с казахскими товарищами в лице майора Корсакбекова. Слушай, майор, я все хотел тебя спросить, как твоя фамилия на русский переводится? Корсак – это лиса. Бек – это знатный человек. А лиса – потому что хитрый? А знатный – потому что майор. То есть, получается, лисицам. Лисаковск получается. Че вдруг? Пиво-то лисаковское. Не ворай, всегда выбирай.